Крычаўскі агляд конкурс «Маладая гаспадыня» прадставіў маладых жанчын, якія жывуць і працуюць у вёсцы. Ён сабраў у раённым цэнтры культуры поўную залу неабыякавых гледачоў. Конкурс праводзіцца паводле ініцыятывы прафсаюзаў аграпрамысловага комплексу і не проста для забавы, але дзеля папулярызацыі аграрных прафесій сельскага ладу жыцця. За титул «Маладой гаспадыні» спаборнічалі 9 жанчын, які імкнуліся выявіць на сцэне свае лепшыя якасці. Ну, я считаю, что сначала внутренне, потом хозяйски, а потом уже и красота. Усе ўдзельніцы працуюць на сяле, ад аператара машыннага даення да галоўнага эканаміста і агранома сельскіх гаспадарак Крычаўскага раёна. Конкурсы былі для іх разнастайны, і творчы, і інтэлектуальны, і вельмі смачны кулінарны. Какой должен быть ваш избранник, чтобы его кормили такими помидорами? Самое главное, чтобы он меня любил, и у нас все было хорошо. У зале Центра культуры был аншлаг, причем публика, у основном молодые люди, была зусім необыяковая. Их энергия передавалась удельницам. Хоть я не первый раз на сцене, но волнение всегда есть. Всегда есть волнение. Публика вас поддержала? Вроде да. Найбольшую цікавасць выклікала дэфіле сельскіх працаўніц у вечаровых строях. Жанчыны на высокіх абцасах, ды амаль што са шлейфамі, выходзілі на сцэну упэўнена і прыгожа, не горш за мадэлі. В этом красным платье я себя чувствую просто королевой бала. Ну, прекрасно себя чувствую. А победа важна? Победа нет, не важна. Ну, конечно, хотелось бы, но это не главное. Усе удельницы ураджэнкі і жыхаркі вёсак і во всяким разе на гэты момент разлічваюць будаваць свою кар'еру і жыццё у сельской мясцовасці. Самое главное – условия создать, чтобы они могли в нормальных человеческих условиях работать. И, конечно, зарплата сегодня, что немаловажно, уровень оплаты труда. Вот это должно повлиять на то, чтобы они остались работать. Они останутся, будут работать. «Маладой гаспадыні» 2016 журы назвала галоўнага эканаміста сельской гаспадарки Бель Алену Зыбель. Что чувствуете? Честно, вообще даже не ожидала такое волнение, тревога какая-то, не знаю, радость. Слезы пытаются выступить на глазах, но это все отчасти, наверное. Желаю всем всего самого солнечного. Как раз наступает весна, такой праздник сейчас прошел у нас. Вот поэтому всего самого наилучшего, улыбок, побольше счастья, удачи, успехов во всем. Илона Иванова, Юрий Власцов, «Новини регион».